Персиваль! Луизи, пора вставать. Тихо, тихо, тихо. Долгий был обморок. Я уже забеспокоился. Галахад, где вас черти носят? Персиваль, сдается мне, у нас проблемы. Что там? Нам нужен Никола. Нужно оружие. Повстанцы превратили отделение психиатрии в убежище. И, похоже, базу операций. Кое-что указывает на угрозу объединенной индийской компании и лорду Гастингсу. Говорю же, я в порядке. Вам нужно время прийти в себя. Уверяю вас, Грей, я вполне здорова. Можете вы хоть раз сделать, как я говорю? Вам известен мой ответ. Но сперва нужно благословение отца. Мой друг Галахад. Маркиз, а как же тревога за мое здоровье? Мадемуазель, у меня не было и тени сомнений, что вы одолеете тварей. Однако, я не был уверен в вашем рыцаре. Никола, только никому ни слова, ясно? Как скажете. Это большой риск. Я же говорил, месье. Мы почти отчаялись. Нам пришлось задержаться. Идемте, времени в обрез. Сэр, это также для вас. В отличном состоянии. Спасибо, Никола. А другое оружие? А, да. Вы никогда не подводите. Персиваль, это вам. Может пригодиться. Что Агамемнон? Что там с ним? Он уже отправился в путь. Двигается в Портсмут, а оттуда почти сразу проследует в Америку. А что со службой безопасности? Их предупредили о повстанцах? Предположительно, среди охраны скрываются предатели. Мы должны выяснить это, не подняв тревогу. Надо, по крайней мере, сообщить совету. У нас нет возможности просить разрешения совета. Надо попасть на борт. И как же мы это сделаем, мол, генераль? Он уже в воздухе. Это несложно. Именно так. Страж 5! Мы на борту! Принято, сэр Персиваль! Страж 5 готов оказывать огневую поддержку по требованию! Принято! Спасибо за помощь, капитан! Удачи, сэр! Все, конец связи! Это по-вашему просто, месье? Мы готовы, Персиваль! Ждем сигнала! Хорошо! Игрейна! Лафаэт! Опасно, друзья. Уже сдаетесь, маркиз? На позиции. Я прикрою. Идемте.
Скорей! Все внутрь! Снимайте снаряжение. Лафайет, Галахад, вы должны захватить кабину. Без шума. Вас понял. Мы с Изабель пойдем на разведку. Нам нужен наблюдатель среди гостей. А мне и надеть-то нечего. Придется подыскать себе платье. Можно ли применять силу? Да, Маркиз. У нас нет времени разбираться, кто заговорщик, а кто простой охранник. Нам не впервой работать без страховки. Это так. Однако, мы собираемся угнать флагман объединенной индийской компании. Все ясно? Тогда идем. Себастьян, я должен спросить. Кто тот старик? Вы говорили в Мэйфере и Уайт-Чеппеле. Старик. Долгая история. Я поведаю вам, когда придет время. Но многое мне самому еще неизвестно. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Совету совсем не по нраву, ваша своеволе. Орден сильно изменился, Грейсон. Да. Вы это уже не раз говорили. Терпение, мой друг. Всему свое время. Помните, без шума. Маркиз. Мадемуазель может абсолютно не волноваться. Клянусь, буду нем, как могила. Охранников не видно. Поспешим. Дождитесь моего сигнала. За мной. Ну. Идем. Захватите кабину и ждите указаний. Сюда, месье. Я считаю, что человек не создан для того, чтобы летать в машинке. Но тебя никто Хорошо. Не спрашивает. Никто не видел, как мы вошли. Ладно, я опаздываю. Мне пора на дежурство. Это магнитный замок. Ищем блок управления. Это называется прогресс. А по мне так душегубка. Вообще-то это работа для механика. Уж точно не мое дело. Ну да, лучший корабль. Поля. Галахад, Лафайет, охранники компании оказали сопротивление. Они ведут огонь на поражение. Можете стрелять в ответ. Вас понял. Оборвался.
поможет. Yeah.